Избирательный участок 4654 расположен в здании Музея истории города-курорта Сочи. С предложением о присвоении ему имени Василия Константинова вышла избирательная комиссия Сочи еще в феврале на муниципальном этапе краевой акции. Совет при главе города и научные сотрудники музея с удовольствием поддержали такую инициативу. Ведь коллекция горных минералов, собранная Василием Константиновым, и фотографии строительства дороги на Красной Поляне стали основополагающей коллекцией для создания музея. Этот человек был профессиональным инженером-путейцем, который построил здесь, в районе Сочи, множество мостов, дорог. Не случайно, что избирательный участок, который находится в нашем музее уже много лет, стал носить имя Василия Константиновича Константинова. Ну и, конечно же, мы приглашаем всех избирателей прийти на наш избирательный участок и не только проголосовать, но и познакомиться с биографией этого человека, которая неразрывно связана с историей нашего родного города. В целом на территории Краснодарского края уже работают 44 именных избирательных участка. Ознакомиться же с биографией Василия Константинова и экспонатами стенда можно уже сегодня. Двери музея открыты ежедневно с 9 до 19 часов.